Дорогие севастопольцы, от имени Законодательного собрания города Севастополя позвольте поздравить вас с одним из самых главных наших праздников – Днем возвращения Севастополя и Крыма в состав России. 3 года назад мы с вами сделали исторический выбор. Мы всегда чувствовали, что мы часть русского мира, передовой форпост Российской Федерации на ее южных рубежах. Наши чаяния, наши надежды сбылись. Мы вернулись домой. И, конечно, всем севастопольцам, которые своими трудами, мужеством, стойкостью, героизмом приближали этот день, мы очень признательны и приносим свою горячую благодарность. Мы чрезвычайно признательны всем россиянам, которые поддержали нас в 2014 году, которые поддерживают нас все эти 3 года. Особые слова благодарности руководству Российской Федерации, лично президенту Владимиру Владимировичу Путину. Без мудрого политического решения мы бы не вернулись домой. Дорогие севастопольцы, мы желаем вам здоровья, мы желаем вам крепости духа, процветания. И мы желаем, чтобы нашими общими трудами Севастополь всегда был городом русской славы, процветающим русским городом 21 века.